А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги, и это уже второй по счету отчет по смарт-контракту TronQueen. Давайте быстренько просмотрим, отчет будет коротенький. Сразу скажу, что в смарт-контракте все нормально, баланс только растет. Уже 349 пользователей, как видим, совсем потихонечку люди сюда добавляются. На смарт-контракте, точнее на балансе смарта уже 1 165 000 тронов. И давайте посмотрим, что у меня по депозиту. Вложено 550 и на балансе уже 347. То есть уже больше половины своего депозита я отбил за 2 недели. Это благодаря холд-бонусам, потому что я не вывожу, а коплю баланс. Соответственно, мне накапливаются бонусы. Вот по холд-бонусам у меня уже плюс 0,75 каждый день. И по бонусу, за который регистрируется новый участник, плюс 0,25%. То есть, если сложить, то уже плюс 1% в сумме я имею каждый день. Например, по стандартному тарифу 3% я уже зарабатываю по 4% в сутки. Именно потому, что я отсюда не вывожу, а коплю баланс. Кто не смотрел предыдущие ролики, напоминаю, что работаю я по такой стратегии, чтобы быстрее выйти без убыток. И как только я увижу, что баланс смарт-контракта начнет падать, только тогда я уже буду выводить. Потому что именно по такой стратегии я быстрее выйду без убыток и больше смогу заработать. Что касается партнерской программы, то здесь ничего не изменилось, потому что сюда я, в принципе, активно не приглашаю, только делаю вот такие вот еженедельные отчеты, 8 рефералов, которые мне принесли 416 тронов. Но на самом деле на кошелек почему-то пришло больше, но в смарте вот такая сумма отображается. Плюс давайте перейдем на TronScan и посмотрим, как там растет баланс по диаграмме. Вот видим, у нас баланс в тронах, также есть уже баланс в долларах, более 60 000 долларов. То есть это такая сумма, эквивалент в тронах. Теперь переходим на баланс. Так, я смотрю, что на самом TronScan'е здесь что-то изменилось. Давайте посмотрим, ранее была диаграмма, можно было нажать баланс. Давайте попробуем нажать на, скорее всего, анализ. Давайте перейдем. Да, теперь диаграмма уже на разделе анализ. И как видим, диаграмма по балансу смарт-контракта TronQueen только растет. Вот здесь все нормально. Идем только в плюс, так что зарабатываю дальше и пока что выводить свои средства не буду. Буду дальше собирать холд-бонусы и зарабатывать. Я думаю, что к следующему отчету через неделю уже я выйду здесь в плюс чисто по пассиву и буду зарабатывать чистую прибыль. Ну что ж, на этом отчет заканчиваю. Ссылочка на TronQueen будет под видео в описании. Кому интересно, можете проходить регистрацию. Плюс также я сегодня посмотрел на CoinMarketCap и Tron вырос сам токен. Так что сейчас выгодно также его продавать. Ну что ж, на этом все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита и до новых встреч.